Центр города готовят к празднику, а про нас совсем забыли, жалуется Анна Васильевна, жительница дома 1А по улице Энтузиастов. Живет здесь пенсионерка уже больше 50 лет, но такой беспорядок видит впервые. Зимой обочину дороги перекопали, теперь тут ямы и глиняные глыбы. Для пожилых людей непреодолимая полоса препятствий. Плохо, у меня зрения нету, я полуслепой человек, мне 85 годов уже. Вот так. И как вот я хожу? Еле-еле перехожу. Выбираю, где маленько поглажу. Или кто-нибудь идет, так меня через дорогу переведут. Вот тут такие люди есть. Вот и для молодых мам с колясками. Искореженная дорога – настоящее испытание. А ведь по улице такого непрезентабельного вида каждый день ходят малыши в детский сад и ребята постарше на занятия в молодежный центр. Неудобно ездить по таким дорогам, потому что у нас все перерыли. Обратно восстановить, походу, не собираются. Во дворе у нас очень хороший асфальт положили. И, видимо, из-за того, что здесь такая плохая дорога, автомобилисты стали ездить по нашим дворам, игнорируя вот это вот непонятное место. Даже дорогой никак не назовешь. Кто так варварски расправился с улицей Энтузиастов, местные жители не знают. С кого спросить, соответственно, тоже. До этого у нас все было отлично, все хорошо, все как это, травка, вот, ну это зимой-то снег чистили, тут снег. То потом даже в начале декабря, значит, приезжает трактор, начинает копки, вот эти, а уже морозная зима-то была, нам тут целый месяц они долбили. Я вот, конечно, говорю, ну кабель, говорит, кабель тянем. Все, что просят местные жители, вернуть улице прежний вид, выровнять и глину засыпать песком. В мэрии нам пояснили, работы выполняла горэлектросеть для повышения качества услуг в близлежащем частном секторе. Была проложена кабельная линия 6 кВ от участка улицы Дружбы по улице Энтузиастов, где глубина траншеи составляла всего 0,8 метра, шириной 0,7 метра. Были два перехода по улице Энтузиастов, и, по сути дела, чтобы при производстве работ сильно нарушить дорогу, это некорректно было сказано. То есть, да, то есть дорога нарушалась, но в настоящий момент там работы ведутся, не прекращаются. То есть будет выполнена подсыпка инертными материалами в местах перехода уличной данной улицы. Работы еще не приняты, и улицу в таком состоянии не оставят, заверили нас в мэрии. Утрамбовывать грунт, где проложен кабель, нельзя. Нужно подождать, когда земля сама уляжется естественным образом, и только тогда разравнивать. Кроме того, в мае-июне запланировано профилирование улиц Энтузиастов, Дружбы и Мира с использованием грейдера. Там, где будет необходимо, выполнят подсыпку. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.